Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Хочу поделиться с вами еще одним изделием, которое изготавливаю на продажу. Это изделие называется самоотливной рецесс на лодку Крым-М. Ранее я выкладывал видео по рецессу на лодку Крым. И теперь вот Крым-М у нас. Рецесс был заказан с изготовлением люков боковых вот такого плана. Были сделаны люки. То есть, здесь у нас комминс по периметру сделан, приварен для слива воды. И сюда выведены дренажные отверстия. С правой стороны и с левой. Вот они. Для того, чтобы какая вода сюда, если попадает, и сливается сюда в основную ванну, а с нее уже за борт. Через вот такие две трубки сливные, которые устанавливаются также здесь по углам. Люки сделаны по размерам так, чтобы ямаховский бак 24 литра сюда спокойно залазил и устанавливался, то есть под рецесс в корме. Вот он здесь спокойно у нас залазит и будет он устанавливаться. На лодке я это показать не могу, так как мне пригнали лодку, чтобы снять размеры и потом забрали ее. Вот. Начался сезон, ребята поехали на рыбалку. Ну, размеры я все снял и все вот так вот готовил. То есть, единственное, то, что я не врезал сюда замки, защелки. Вот. Ну, так как они заказаны на Алиэкспрессе, но доставляться будут целый месяц. Вот, а изделие уже надо отправлять. Ну, заказчик сказал, сам все врежет. Вот ссылку я ему скинул на замочки, защелочки. И все. В общем, ну, также здесь вот у нас устанавливается П-образный профиль такой, тоже самодельный. Я его сам гну на листогибе. И болтами все это скрепляется. Вот. Так, сейчас обратную часть покажу. Вот так здесь проварен комминс для слива воды. То есть, ну вот, все проварено, все заварено, все герметично. А также были сделаны кринолины на Крым. Такие кринолинчики. Это один и второй. Вот. Кринолины были сделаны размеров таких, чтобы под него устанавливалась телескопическая лестница. Будет уже заказчик сам устанавливать. Он ее уже купил. И вот скинул мне размеры, и я сделал вот такие кринолины. Ну, вот, собственно, все, что хотел показать. Кому понравилось данное изделие, и, может быть, кому-то понадобится, обращайтесь. Контакты будут в описании под видео. Кому понравилось видео, ставим лайки. Я всех благодарю за внимание. Подписываемся на канал. С вами не прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.